Сейчас по старым лункам побегал, лунок вообще тьма, ну, рыба не везде стоит, вот, ну, так, единичная сорожка есть, вот, смотрю, где кормленные лунки есть, приоритет делаю на них все-таки, вот у меня старая прикормка есть, я сейчас попробую немножко обогатить, это Leon Bites, жидкая кровь, консервированная, я как-то показывал, сейчас попробуем, вдруг и рыба встанет, говорят, густеру, сорожку ловили. Буквально немножко добавлю. Запах такой, конечно, жесткий, блин. И все это замешаю. Ну, то есть, вот тут. Вот. В эту лунку засыплю. Сюда шарик брошу. Тут рядом еще лунка. Закормлю несколько луночек. Что-то у меня получится. Время поздно, конечно же. Поздно приехали. Так, где еще лунка была? Две лунки. Сорочка закормил, дело, как говорится, пошло, рыба не заставила себя долго ждать, буквально, ну, минут 15-20, наверное, прошло. Я пока тут другие лунки проверил, походил еще с камерой, рыбы нигде нет, вот именно здесь она стоит, здесь на дне такая небольшая коряшка лежит. Опять говорю, повторюсь, что густеру ловили. Густера сейчас жирная. Вот. С утра погоняю без мотылка. Ну как, не утро уже. Тычки такие есть. Но пока это, ну, неактивная. Так, тык, тык. Ну, проводки несколько тычков есть. Рыба интересуется этим делом. Хочет. Вот. Опа. Ага, пауза. Пауза сработала. Ну, вот такая вот небольшая сорожечка пока что. Думаю, все-таки раскульется, будет намного крупнее. Вот. Подходит, подходит рыба. Опа, еще. Загибы какие хорошие. О, покрупнее чуть-чуть. Сорожка. Чуть-чуть покрупнее уже. Дело идет, веселее становится. Когда рыба клюется, да, хорошо. Сейчас на, опа, на парше перешел. Без мотылку тюкает, но не особо что-то так по-весеннему. Может, погода опять поменялась. Вчера два дня мороз стоял, такой минус 3, минус 5. А сегодня, ну, тоже пасмурно, но погода теплее, в разы теплее. Вот. Ну, на парше, на стояк тюкает. Игру что-то не хочет. Вот. Не хочет на игру. На стояк так и более-менее пока потекает. Опа, нифига себе. Прижала. Вот такая сорожечка. Идет весело, клюет хорошо. Парочка опарышей. Маленькая дробиночка. Сейчас потихоньку из затона выхожу, через каждый метр 10-15 по 3-4 лунки бурю и камеры проверяю. И что интересно, камера рыбу не показывает. Опа. Мормушку опускаю, ну, с опарышем, и сразу начинает густерка клевать. Либо со дна, опа, поднимает, либо со дна, либо сантиметров 40 выше. Вот сейчас уже. Опа, такую нашел. Лунки не кормлю, я говорю. Такая вот кустерка пока идет. Видимо, стайка стоит. Тут мелкий коряжник. Подо мной такие эти. Ну, кусты, видимо, когда-то кусты были.
То есть не жесткий коряжник, а просто ветки торчат, ракушечек такой не сильный. Вот густерка здесь походу трется. И на игру берет, и на стояк берет. На игру более активно не хочет. Тоже такая привередливая сегодня она что-то. Не знаю, что сказать даже в этом случае. Кто что виноват. Все, стайка отошла, что. Вот удалось 4 штуки поймать, 2 схода было. И все, стайка, видимо, переместилась. Ой, вот этот дерануло. Ну, ёршик, наверное. Ёршик еще садится на парыша, тоже, блин, достает. Так, сера отошла, наверное. В самом затоне сорожка клюет, а сюда к выходу уже гусера начинают. Сорожки нету. Сейчас нашел лунку, где более-менее гусера клюет. Интересно клюет. Кивок поднимает. Классика такая, классика жанра. Подъем кивка. Нашел лунку, где более-менее нормально густера клюет. Ребята сейчас подъезжали, он тоже говорит, пошли туда, вглубь затона. Ну, там толпа сидит, не хочу в толпе рыбачить. Тут один, никого нет. Вот. А густерка такая вот. Вот уже более-менее такая пищевая. Опа. Постоянно клюет. Но что интересно, на корм не встает. Вот лунку отработать до конца. Корм засыпаю, ухожу на следующую лунку, потом минут 15-20 проходит, возвращаюсь на ту лунку, на кормленную, а ее нету. Не знаю почему, вот, вот она питается, потому что из нее течет кака, но не хочет. Опа, есть. Вот такая вот пивнушка пойдет. Уже более такая, более-менее. Дело к вечеру идет, кстати. Возможно, и вечерний выход, поэтому начинает активность проявлять. Опа. Блин, хитрая рыба. Мормышку на дно положил. Опа. Поднимает. Не хочется со дна брать.
На игру активнее берет все-таки. Только начинаешь проводку, бах, сразу. Сразу удар. На стояк. Грузюха. Вот это бьет. Если густера будет брать, то останусь. А так вот сорочку так как клюет. Берет уже бойко так весело. Не то что с утра такие, ну как бы не особо такие четкие покровки были, а это прям в руку бьет. Блин, все изо рта выдрал. Все, наверное, не будет клевать. По губам протащил. Прям хорошо протащил. Такое вот у нас закрытие. Ловили вот такой мелкой густерки. Ну, пойдет такой пивной набор. Ожидали, конечно, более крупную рыбу, но что поделать, нету, не вышло. Вот, ну, пойдет. Зато он порадовал. Вот туман опустился сейчас. Наверное, тоже домой будем собираться. Клевать перестало, от слова совсем. Вот, как-то вот так вот.